канун профессиональных журналистских праздников наша выставка гостеприимно распахнула двери для белорусского и зарубежного медиасообщества, для всех наших читателей, зрителей, слушателей. Я рад приветствовать и постоянных участников выставки «СМИ в Беларуси», и тех, кто впервые оказался под сводами этого замечательного зала. Нас всех объединяет ее величество журналистика, и всех нас волнует ее настоящее и будущее. Мы видим, как стремительно развиваются новые технологии, растут объемы информационных потоков, рождаются новые медиаформаты, и в целом меняется парадигма самой журналистики. Выставка «СМИ в Беларуси» открыта! Газеты, конечно же, по-прежнему в лидерах. Сегодня более 1500 печатных средств массовой информации. Это газеты, журналы и несколько альманахов. Но, тем не менее, заметная тенденция в последние годы по развитию электронных средств массовой информации. Надеюсь, что добавит свою лепту вот в изменение такого характера и сам формат сетевых изданий. В последнее время принят целый ряд государственных решений на самом высоком уровне. Значит, у телеканалов появилась новая техника, они презентуют свои проекты на этой технике. И, безусловно, все это будет активно работать еще в формате освещения вторых европейских игр.